Как скажешь. Основа – любовь. Ну, это понятно. Но что-то нам мешает любить. Не что-то, брат, а кто-то. Абсолютно верно. И этот кто-то – конкретный человек, который заставляет тебя делать то, что тебе не хочется. Ты сопротивляешься, сдерживаешься, чтобы не нагрубить. Если ты раздражен настолько реально, что начинаешь грубить, значит, тебе наступили на мозоль. И мозоль – это грех. Грех мешает любить. А что значит любить? Это значит заранее простить за грех. Любовь освещает грех, братуха.